Украина разыскивает 294 пропавших без вести на Донбассе, которых уже идентифицировали. Об этом сообщила уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования конфликта на Донбассе Ирина Геращенко. Еще более 1000 тел остаются неопознанными. Это статистика Международного фонда Красного Креста. Но точных данных нет. Сложная ситуация и с освобождением политзаключенных украинцев. Спустя 4 месяца предложение украинской стороны обменять 30 россиян, осужденных в Украине, Москва игнорирует. Мы имеем такие разных джерел, звичайно, информацию про то, что стан здоровья Володимира Балуха погіршується, потому что он більше за день голодует, так само Олега Сенцова, інших бранців Кремля. И, на жаль, не маємо жодної реакції Російської Федерації на всі ініціативи України. Я хочу нагадати, що по суті через деструктивну позицію Кремля не виконана домовленість про такий гуманітарний візит уповноважених і відвідування ними політв'язнів.